Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео о нашем проекте, который находится на предстарте Grand Finance. Завтра будет старт 18.00 по Москве. Значит, я уже не буду, все уже переговорено по маркетингу и все такое. Я зайду в личный кабинет. У меня создан плейлист по проекту. Можете зайти на канал и ознакомиться. Значит, открыли пополнение. Я буду пополнять баланс, чтобы мне завтра без проблем активировать места и не беспокоиться о том, чтобы пополнять, потом активировать уже места. Все это заранее сегодня пополню. А завтра в 18.00 я активирую. Значит, что у нас здесь? У нас здесь есть в кабинете чат. И можно задавать вопросы и общаться. Далее здесь маркетинг. Можно еще разок ознакомиться, освежить, так сказать, память. И что? Я буду заходить. Смотрите. Без паники, все спокойненько. Буду пополнять 150 рублей. Тринар, где нам нужно 3 человека. И бинар на 250 рублей. Это будет 300, это всего в сумме 400 рублей. Потому что между собой они не связаны. Вот этот не связан, эти все. Это все отдельные тарифы. Понимаете? Значит, каждый пополняет. Если вы можете пополнить на 150 рублей, значит, заходите на 150. Если можете на 250, заходите на 250. А если и так, как я, то пожалуйста. Значит, я нажимаю так баланс. Так, сейчас проверю. 400 рублей. Так, 300, 400, да. Нажимаю вкладочку пополнить. И так, ввожу сумму 400 рублей. Нажимаю далее пополнить баланс. Меня перебрасывают на платежную систему. Нажимаю рубли и дальше по схеме. Так, перезагружаю страничку. Так. Ага. Вот мой баланс. Смотрите, у меня пополнено на 400 рублей. Все. Я спокойненько могу ждать старта. Так. Далее что? Еще хочу сказать. Значит, напоминаю, я захожу на 150 рублей и на 250. Далее. Я вот здесь буду у вас куратором. Я уже есть. У меня уже 12 человек партнеров. Есть группа «Присоединяйтесь ВКонтакте». После здесь будет вкладочка такая «Перейти», «Активировать место». Сначала активирую я, а вы после меня, чтобы никуда не улететь. Мы все за другом. Сначала активирует мой спонсор. Как она активирует, следом активирую я. Понимаете? А уже после меня активируете вы. И после вас уже ваши партнеры-рефералы. Чтобы никто никуда не улетел, не знамо куда. Далее, что хочу сказать. Нужно заполнить профиль, чтобы легче было связаться с вами. Я смотрю, здесь у всех только одна почта. Вот. Так что постарайтесь заполнить профиль по полной, чтобы ваши партнеры могли с вами связаться. Есть скайп-чат. Стучитесь ко мне с пометкой о проекте Grand Finance. Я вручную вас добавлю в скайп. Вот.
чтобы быть в курсе новостей. Далее, что еще? Кто не знает, как приглашать партнеров или, ну, не умеете, да? Если вам поможет, берите видео на YouTube, заливайте себе на канал и не забывайте только ставить свою партнерскую ссылочку. Напоминаю, партнерская ссылочка здесь находится вот вверху. И распространять, делиться. И я оставлю под видео вот такую рекламную таблицу. Здесь только рекламные группы. Группы на Facebook, группы ВКонтакте, группы на Google+. С этим понятно, да? Их очень-очень много. Вот видите, сколько их? Ну, ВКонтакте больше всего. Вот. Если вам это поможет, пожалуйста, распространяйте, делитесь как бы информацией. Вот смотрите, нажимаете, например, на ВКонтакт. И переходите на, вот, в рекламную группу. Только не забывайте, прежде чем рекламить, вступить в группу, иначе вас забанят. Вот здесь присоединиться в группе, ну, группе, да, нажимаете, потом появится надпись «Вы участник». И вот сюда нажимаете, пожалуйста, рекламьте и отправить. Таким вот образом, как бы, будем рекламить. Ну, у меня уже везде, всюду реклама проекта раскидана. И в буксах, и в соцсетях, везде. Так что не волнуемся, ровно в 18:00 рука на пульсе, на мышке. И будем активировать друг за другом. Ну что, в принципе, вот тут вкладочка «Служба поддержки» появилась. Если что, возникнут какие вопросы, можно как бы задать вопрос. Но я думаю, уже вопросов тут нет. Я уже все-все рассказала, как могла. Вот, люди пополняются, вот чат как бы задают вопросы. И завтра будем вперед за деньгам. На этом, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. Всем нам легкого старта. До новых встреч.